Снова здорово, с вами Забабон. Этой пятницей мы ударили по полной, играя как на официальных, так и на новых картах от сообщества, что любезно пришли в стадию бета-версии. На сбор пришли боги колды Modern Warfare 3 и Black Ops 2, Раптор и Рев, завсегдатый сходок Доктор Кот и специалист по сходкам в Killing Floor Супер Вектор. Нас было бы и больше, но на другом конце земли открылись врата ада, и наши оставшиеся участники полетели их там закрывать, с чем справились они весьма успешно. Играли на картах Biomaps 2009, Dark Dungeon, Горящий Париж и Outpost в режиме Hardcore 7 и 10 волн. Biomaps мы слили на четвертой волне, ибо сервер просто вылетел. До этого, как обычно, ютились на начальных коридорах, а позже на нижних уровнях среди колб с мутантами. Заваривали одну дверь, а в другую входили они. Dark Dungeon затащили почти до конца. Сидели в тронном зале, а до этого в зале со статуей сирены. Часто были на волоске от гибели, но молодчики всегда выживали. Финальный босс не одобрил нашу политику и грохнул всех. Последним выжившим стал Доктор Кот. Горящий Париж тащили на площади, с которой открывается чудесный вид на разрушенную башню. Было много берсеркеров, но их одолели. Финальный босс вновь раскидал нас по углам, а последним выжившим стал Рев. Ну и наконец Outpost. Сидели на заснеженной площади, а затем у двух грузовых машин. Твари перлись продуктивно, но и всех перебили. Финального босса вынесли всей стаи. Не без потерь, но мы это сделали. Ну а следующая сходка состоится сегодня, 17 мая в 18 часов по Москве. Успехов!